подписали несколько моих предложенных законов, причем лично Владимир Путин своей рукой прям подписал, это есть в новостях, можете посмотреть. То есть ваш документ и, подписал Владимир Путин? Да, лично Владимир Путин своей рукой. Я сам в жоке до сих пор. Всему свое время. У меня еще есть проекты. Я хочу прям быть властелином мира. Я хочу изменить мир. Вы хотите быть властелином мира. А вы не думаете о том, что через 100 или 200 лет скажут, вот Тигран Великий. Вот он. А я буду более великим, чем Тигран Великий. Знаете, я в детстве мечтал быть Человеком-пауком. Но я уже лучше, чем Человек-паук, потому что у него были суперспособности, он этими суперспособностями менял мир, а я без суперспособностей меняю, и даже без связи. Вообще хотелось бы иметь доступ для обсуждения проекта с какими-то высшими людьми, да, ну, высшими там, представителями, властями, например, да. Ну, посмотрим. Это, знаете, такой вопрос, который вот так по щелчку не решается. Это решается на ходу. У меня 7 классов образования, и после этого я нигде не учился. То есть вы учились в средней школе и доучились только до 7 класса? И все? Да, да. За этого? Да я и до Армении доберусь, и до Турции, и до всех стран доберусь. Вопрос времени.